Дорогие друзья, поздравляю вас с потрясающим праздником Рождеством Христовым. Для нас это знаменательное событие. Люди начинают с этого праздника светлый путь в Царство Божие. И это удивительно, потому что в глазах Божьих это потрясающий праздник. Когда родился Иисус, зажглась новая звезда. И в честь Его рождения эту волшебную звезду увидели волхвы. На сегодняшний день миллионы людей последовали за этой путеводной звездой. Многие звезды загораются на небосводе, но они однажды гаснут, остаются в истории, становятся слабее и слабее. Но это единственная звезда, которая зажглась однажды, она не тускнеет. С каждым годом становится все ярче и ярче. И многие миллионы людей доверяют и следуют за ней. Мое рождественское послание: никогда не потеряйте этой путеводной звезды. Приглашаю вас на международный портал «Успех вместе». Это изобилие знаний, процветание, успех и кратчайший путь к самой яркой звезде на планете. С любовью, Андрей Шаура.